Я выполнила художественное оформление локации Титания. Пожалуйста, следующий слайд. Титания – это королева фей. Могущественная, гордая, но не надежная внутри. Героиня способна изменить ей вокруг. Способна сделать так, чтобы из кристаллов проросли прекрасные лотосы и крушинки, чтобы начала покупаться флора. Она способна сделать так, чтобы безжизненные поверхности камней превратились в текучие, плавные формы, опоясывающие формы уголок шумного бора. Все костело и ожило вокруг ее пространства. Царица включает уверенность и научность. Пламиды, как непрерывно растущие кристаллы, светятся изнутри, что было нашей работой, в том числе с сложным процессом, светятся из изнутри, потому что они имеют вид жизни. Шары – это объект, в котором каждый может видеть что-то свое. Это может быть образ жемчужин с дна моря или космических светил, а может быть свернувшийся пламеносцем, защитник и правительство могущественной Титании. Это работа с кружным подсветом. Он предоставил предварительные эскизы, и я на основе них сделала уже предварительный вид того, как будет выглядеть сама сцена. И это реальное воплощение. Как вы можете видеть, отдельно взятые объекты, так и в целом локация позволяет создать каждому зрителю, не только видение волшебного мира, но и собственный взгляд на мир. Спасибо большое. Вопросы к участникам ваших сфер. Скажи, пожалуйста, по поводу света. По поводу света. Света, по поводу света. У нас был чьи общий результат? Вам понравился результат?